Глава Коми принес соболезнования родным и близким рядового Сергея Георгиевича Нестерова. Он погиб в ходе проведения специальной военной операции. Наш земляк родом из села Маджа Карткировского района. Служил стрелком 2-го отделения штурмового взвода. Как отметил Владимир Уйба, Сергей Георгиевич с честью выполнил воинский и гражданский долг. Проявил мужество и самоотверженность, отдав свою жизнь за Родину.